Ну, привет, прогрессивный народ. Это истинный следователь. Вот сейчас сосульки сбивали. Вроде как хорошее дело, чтобы на людей не упало внизу. Но на самом деле делали они все по-уродски. Стучали, я думаю, чем-то стучали топор. Топором стучали по краю. Вы, наверное, сейчас слышите. Это вот кромка, которая в доме, она сантиметров 5 или 10. И она старая, если по ней стучать топором, краешек может отвалиться. Потом топор, как я понимаю, у них не привязанный. Топор должен быть с отверстием на конце и веревочкой привязан. Он, наверное, не привязан. Сам человек тоже, наверное, не привязан. Ну, правила безопасности нарушаются. И, наверное, какой-то инструмент могли бы специальный найти. Столько денег, сколько собирается, миллиарды рублей, миллиарды долларов. И вот так вот это все по-бомжарски. Так что сосульки, да, висели, но сбивают их примитивным способом. Там, например, когда сбивают, она может сосулька улететь в окошко, если вот так сверху бить. А если специальный инструмент сделать, крючок какой-нибудь, то тогда вниз только полетит. На этом все. Сбивание сосулек в Невограде. Как обычно, с нарушениями техники безопасности.